Всем привет, мои дорогие! Ну что, сегодня настало время вас поругать. Может быть, не всех, но, ребят, вы знаете, вот мы постоянно жалуемся на то, что клиентов сложно получить, сложно до них достучаться, дорогая реклама и так далее, и так далее, и так далее. Но в то же время, когда ты становишься на позицию клиента и хочешь что-то купить, то просто волосы дыбом поднимаются и понимаешь, что карантины эти надо задержать для того, чтобы дать вообще людям понять, насколько плохо все себя пакуют, насколько себя вообще не могут подать, продать и так далее и тому подобное. Итак, давайте к конкретике. Пару дней назад я решила поискать своим детям педагога по английскому языку или школу по английскому языку. Ну вот я мама, я понятия не имею, я подумала, что есть на это время, у нас давно уже есть такая потребность, и когда как не сейчас этим вопросом заняться, тем более онлайн, я могу находиться дома, я могу сама посмотреть на то, как идет преподавание, короче, я могу сделать все то, что в обычной жизни я как бы делать не могла. И это меня воодушевило. Дабы не сильно усложнять себе жизнь, я просто написала об этом в Инстаграме, потому что я встречала 1000 людей, которые каким-то образом имеют отношение к языку, и написала об этом в Фейсбуке посоветовать. И вот вы знаете, столкнулась с такой интересной вещью, что, ну, понятно, что когда тебе советуют просто каких-то конкретных людей, и ты заходишь на страничку этого человека, у которого как бы очень стрёмно и как-то странно понятно, что он занимается этим, и как он занимается, ты ничего не можешь прочитать о его услугах, то есть по идее ты должен ему звонить и говорить: вот здравствуйте, вот вы, наверное, преподаете английский язык. Человек будет говорить: ну да, я преподаю. И ты должен, короче, задавать ему 1000 вопросов. Но сейчас же не тот век, сейчас рынок переполнен, и по идее я как покупатель ожидаю, что если мне даже кого-то порекомендовали, то я очень легко и просто нахожу об этом человеке, ну, о его услуге полноценную информацию. Мне важно как маме очень быстро увидеть, что этот человек, я могу его рассмотреть, ну, как минимум. Естественно, что второй пласт людей, которые стали лично писать мне в директ, в личные сообщения, что да, здравствуйте, Ольга, я занимаюсь английским, и с детьми могу, и по скайпу могу, вот давайте, если вам интересно, созвонимся. Что мне интересно? Представляете, сколько времени я должна потратить, чтобы созвониться с этим каждым человеком? Возможно, есть такие клиенты, я не исключаю. Но я исключаю, что в массовом формате, когда мама занята, ну, родители хотят очень быстро решить вопрос, ты будешь с каждым созваниваться, а мне таких прислали порядка 50 человек в личку, на секундочку, и что-то от них выяснять. Кто-то сбросил каких-то пару картинок, кто-то начал задавать мне вопросы, а что бы вы хотели, а как бы вы хотели. И я поняла, что проблема просто глобального масштаба, потому что такая на сегодняшний день популярная услуга, уже такая, знаете, ну, я бы сказала, массового порядка и массового характера, и настолько все сложно. Что самое интересное, значит, в этот момент меня услышал телефон. Вы же знаете, что телефоны сейчас слышат, о чем мы говорим. И он мне вбросил из рекламы школу. Одна школа написала мне сама. Значит, две школы, с которыми я на данный момент плюс-минус веду переговоры. Значит, в чем мне понравилась школа, которую мне сбросила реклама? Первая, она мне сбросила школу, которая была только для детей. Вот эта узкая ниша, это то, о чем я вам говорю. То есть я сразу же подумала, если школа, где преподают и взрослым, и детям, одни и те же преподаватели, и если есть школа, где преподают только детям, то детям для меня лучше. Это точно так же, как в свое время я нишировалась в агентстве праздников. Если мы делаем все праздники или если мы делаем только свадьбы, понятно, что я хочу только то, где свадьба, потому что в этом они разбираются лучше. Это первый момент, поэтому я как бы сразу же обратила внимание на эту школу. Второе, мне предложили заполнить заявку для того, чтобы записать нас на бесплатный урок. Я оставила, заполнила эту заявку, но не поленилась перейти, это было уже поздно, вечер был, и я не поленилась перейти на сайт, на котором, в принципе, достаточно интересно было описаны некоторые вещи, и самый главный результат был написан то, что через 4 месяца ваш ребенок заговорит. Для любого человека, который изучает английский язык много лет, особенно кому столько лет, сколько мне, и старше, мы прекрасно знаем, что мы с вами учим английский всю жизнь,
и заговорить — это единственное, чем мы не умеем. Мы даже разбираемся со временами, мы даже знаем какие-то идиомы, мы даже разбираемся иногда с present perfect continuous и герундием и прочими хренями, но заговорить — это hello, my name is, и это реально трабл. И вот эта ставка на то, что ребенок через 4 месяца, как говорится, и дается гарантия, или хотя бы на этом делается акцент, а не на том, что он будет знать цвета, города и говорить my name is и так далее. Ну, то есть, вот это меня очень-очень порадовало. Следующий фактор — это то, что, если говорить конкретно об этой школе, с которой сейчас я веду переговоры, одной из, что мне понравилось, со мной связался менеджер, после того, когда мы договорились, он спросил, уточнил у меня некоторые моменты, он спросил, когда мне будет удобно провести урок, какого пола я хочу, чтобы был преподаватель, имеет ли это значение для моего ребенка. После этого мне тут же пришло сообщение, я связалась с чат-ботом в Вайбере, который выслал мне точный график, точный личный кабинет, в котором будет проводиться не скайп, не еще что-то там, а личный кабинет, где будет проводиться обучение. Мне это тоже нравится, потому что для ребенка личный кабинет — это удобно, это организованное пространство, куда могут выкладывать ему, скорее всего, какие-то задания, где он может свои задания выкладывать. То есть это уже некое такое общение, то бишь продуманный и грамотный подход. Такое же письмо мне пришло на email тоже, знаете, чтобы мама ничего не прозевала. И будут происходить дальше наши с ними переговоры, но пока вот со всеми, с кем я переобщалась, это был единственный профессиональный, грамотный и приятный подход. Что самое интересное, стоимость, что у частного репетитора, что вот в таких школах, плюс-минус, в разнице в ней там 50 гривен. Это очень маленькая разница, то есть Как для клиента, как для потребителя, для меня это не есть разница. Естественно, что я буду выбирать по другим критериям. Но даже если преподаватель очень хороший и единичный, да, он очень классный, но это скорее уже формат для передачи из рук в руки, очень близким, знакомым. Но вот пишет мне какая-то девушка, которую я не знаю, моя подписчица, и говорит: я вот вам рекомендую Машу, вот вам номер телефона. Я уже представляю, как я звоню этой Маше и начинаю... В какую позицию я становлюсь? Я становлюсь в позицию просителя, а Маша становится в позицию могу, не могу, подходит, не подходит и так далее. Для клиента это отвратно. Когда ты покупаешь, ты сегодня хочешь, чтобы перед тобой развернули журналы и тебе как бы провели твой путь, да? То есть все сделали за тебя, задав тебе грамотные вопросы, провели тебя и дали тебе то, что нужно. Если это касается ребенка, то тут очень важно, чтобы это как-то проходило без тебя, чтобы система делала все таким образом, чтобы твой ребенок туда встраивался и потом говорил на английском. Вот что хочет мама. Мама не хочет делать с ребенком домашние задания, мотивировать ребенка заниматься английским языком, уговаривать, говорить, что там хороший преподаватель. Нет, мама в идеале хочет передать ребенка и получить ребенка, который говорит на английском языке. И вот какая задача должна быть у английской школы или преподавателя. Вот о чем он должен писать, говорить и коммуницировать через свою рекламу, через свои профили, для того, чтобы контакт сложился, а не писать там очередное правило по английскому языку. Да мне пофиг на правила английского языка. Мне важно, чтобы сложилось это. И вот то, каким образом вы сможете это донести, и определяет, будет у вас успех или нет. Есть очень классные ребята, которые преподают английский. В основном взрослые, как я увидела, потому что это люди, которые имеют, как правило, очень много подписчиков в Instagram, то есть они сделали это своим основным каналом, они выкладывают очень клевые видео, в которых мы видим, какие они классные, как они круто подают информацию, и чаще всего они продают тренинги уже в записи, да, там записаны какие-то уроки и так далее, и так далее. То, что больше подходит взрослому человеку. С ребенком, конечно же, история сложнее, потому что, повторюсь, я обожаю своих детей, они самые лучшие, но системно контролировать еще их в этом очень тяжело, поэтому мне бы хотелось, чтобы коммуникация это состоялась без меня в идеале. И тот, кто сможет это дать, тот, кто уже это дает,
тот и побеждает. Поэтому вы должны понимать, что чем бы вы ни занимались, если вы не можете, вот представьте себе, что прямо сейчас я вам пишу, кто-то вам пишет, где-то вам пишет, мне нужна такая услуга, а вам нечего сбросить, потому что в вашем профиле в Инстаграм вы выкладываете, как вы едите гречку, как вы еще что-то делаете, и вы говорите, вы знаете, у меня очень много вообще всего есть, но я просто как-то не пишу об этом нигде. Это не продаст вас, это всегда будет продавать вас вот так вот, точечно. В чем классные точечные продажи? В том, что они передают вас из рук в руки. В чем проблема точечных продаж? В том, что если клиенты вдруг по какой-то причине от вас уходят, закончились деньги сегодня, потребность и так далее, вы не можете их быстро восполнить. Запомните, сарафанное радио – шикарная вещь, но иногда оно глохнет. И я была свидетелем неоднократно этой истории. Когда я заходила на свадебный рынок, и было лидирующее свадебное агентство, я об этом не знала, потому что оно было лидирующим среди своих, потому что богатые люди передавали это агентство из рук в руки. Но так произошло, что интернет стал плавно вытеснять все, и в какой-то момент вот эти богатые люди, которые передавали из рук в руки, они продолжали передавать, но их дети уже были в интернете, и они говорили: мам, я не хочу туда идти, это не модно, я хочу вот сюда, хочу к Ермилову, я хочу еще куда-то, вот это модно, а тут нет. И я хочу, чтобы вы об этом помнили, что сарафанное радио – это некие поколения, некие круги людей, но у них растут дети. И если вы не смотрите на тренды, а сегодня интернет – это не тренд, это реальность. И сегодня, когда мы выпали с вами из мира в период карантина, из реального, мы верим, что мы живем благодаря интернету. И вот если вы этого не понимаете, если вы для интернета не упакованы, если вы не можете в любой момент нажать на кнопку и сказать: друзья, привет, а за вами огромный хвост, и вы говорите: я набираю себе новых 5 учеников, а вы регулярно постите, рассказываете, показываете, люди знают, кто вы. Вы всегда наберете себе этих 5, 10 и 100 учеников, если вам понадобится. Но если вы никогда этим не занимались, у вас всегда были где-то там клиенты внутри, и вдруг сегодня вам понадобились свежие, у вас огромная проблема, колоссальная проблема. И я обращаюсь ко всем с большим уважением и любовью, своим подписчикам, которые мне пишут, и которым я только из вежливости отвечаю ласково, потому что по большому счету вообще нету смысла отвечать человеку, который никак не упакован. Ну, не потому что ты его не уважаешь, потому что у тебя просто нету на это времени. У тебя нету времени. Время – самый ценный ресурс. Сейчас у меня время еще ценнее, потому что если раньше я могла только заниматься работой, то сейчас у меня еще есть, должно быть время на семью, на своих детей, на то, что раньше перекрывала няня или кто-то, сейчас никого нету, и сейчас время не становится еще меньше. Соответственно, это самый ценный и глобальный наш ресурс. И поэтому, если вы не можете время человека сжать максимально, да, дав ему самое ценное, полезное, то, что он хочет, а говорите: ну давайте я вам расскажу, ну давайте я вам покажу. И что самое интересное, у школ все систематизировано. Это из, хотя не имеет значения, школа или вы, или отдельный преподаватель, но у школ, тем не менее, все систематизировано, и школы очень четко, быстро дают ответы, у них есть понимание, там вот это, вот это, вот это, вот это. Когда начинаешь вести разговор с преподавателем, преподаватель – это вообще космический человек, который, ну, он ведет себя как обычный человек, он просто, вот знаете, там, вправо, влево. Я даже понимаю, что если я свяжусь, например, не со школой, а с обычным человеком, у меня есть тут же страхи, что обычного человека завтра может не получиться, и он мне не заменит никого. Обычный человек может заболеть, и он мне тоже не заменит никого. То есть школа – это некий системный подход. Так вот, сегодня ваши клиенты хотят системности, сегодня ваши клиенты хотят не знать всех проблем, которые там вас могут ожидать. Они не хотят знать сложности, как это тяжело делается, они просто хотят купить вашу услугу, они просто хотят понять, что вы даете именно то, что им нужно. Но вы не подготовлены к этому большинство, и в самых разных услугах, это касается всех вообще, не только языков, просто я с этим столкнулась. Поэтому, ребята, у нас сейчас есть для этого время, у вас сейчас есть для этого время поработать над собой, поработать над упаковкой себя, подумать, а если меня хотят купить, что человек увидит? Понравится ли ему это? Он вообще хоть что-то поймет? Ушло время разговора на пальцах, ушло время, я вам объясню, нету времени.
ваш профиль в Инстаграм, ваш сайт, ваша страничка, не знаю что, ваш YouTube-канал, в зависимости от того, какой ресурс вы себе выбрали, должен очень четко объяснять, кто вы, чем вы занимаетесь и чем вы можете быть полезны, какую конкретную проблему вы решаете. И если у вас эти вещи совпадают, у вас всегда будет шоколадно. Если у вас они не совпадают, все, капец. Поэтому подумайте, пожалуйста, об этом хотя бы сейчас, когда времени чуточку больше на себя, на то, чтобы заглянуть вовнутрь и понять, как меня видят со стороны, как я продаюсь. Если завтра существующие клиенты у меня исчезнут, а может они уже у вас исчезли, где я их буду брать новых? Это правда очень и очень важная составляющая. Я желаю вам удачи в этом деле, я желаю удачи себе, я очень надеюсь, что у меня сложатся отношения с кем-то по английскому языку, я кого-то однозначно грамотного найду. И, кстати, еще важный момент, который забыла сказать. В английских школах, во всех этих, есть такая тема, как первый бесплатный урок, пробный. И это вообще база, потому что нельзя понять, подходит тебе кто-то или нет без пробного урока. Мало того, пробный урок лучше взять в 5 школах, чтобы увидеть, как педагоги, там, как ребенок твой реагирует. У частных преподавателей почти ни у кого такого нету, а у кого есть, человек это подает как, ну ладно, одолжение. Так вот, смотрите, если вы одиночка, смотрите, как работают системы. И да, у вас, как у одиночки, есть своих, безусловно, много минусов, но есть и преимущества. Так вот, умейте подавать преимущества свои, но базовые вещи, которые делают большие, вы обязаны делать. Вы просто обязаны делать, и когда вы говорите о базовых вещах, типа «ну ладно», вот это вызывает самый большой смех и улыбку. Не будьте смешными, будьте классными, какими вы можете быть. Поработайте над собой, мои дорогие. Я верю в каждого из вас, каждому из вас желаю удачи. Сидите дома. Я только спустилась вниз, выбросила мусор и сейчас с машины обратно поднимаюсь со своего мобильного офиса. Сидите дома и работайте над собой. Не думайте ни о каких гребаных коронавирусах, думайте о том, что вы будете сидеть дома до тех пор, пока вы не сделаете себя просто перфект личностью, идеальной, классным, крутым, таким, которым вы скажете: все, теперь мир передо мной открывается, и мир перед вами непременно откроется. Поставьте, пожалуйста, лайк видео, я уже поняла, что вам нужно напоминать, не жмотничайте, ставим лайки, друзья, улыбаемся сейчас, заряжаемся, жду вас, как всегда, в своем инстаграме, где я с вами плотненько общаюсь на своих вечерних прямых эфирах, ну и, собственно, рерайтим свою жизнь. До встречи!